Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас началась новая неделя, и турнир, естественно, закончился. Так, забираем свой приз. Мастер, 3 звезды, как ты видел, да? Я в этом ранге и сохранился. Так, сюрикены, Крис Брэдфорд, 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Ну что, друзья мои, давайте посмотрим, кто на этой неделе у нас разыгрывается. И это Донателло. Ну, что я тебе могу сказать, ребята, этот Донателло у меня прокачанный, все звезды у него прокачаны, кроме платинового ранга, поэтому, как бы, неделя меня это особо не радует. По испытаниям у нас Учитель Сплинтер будет разыгрываться на этой неделе, плюс посмотрим, что у нас тут. Леонардо, так, этот Рафаэль у меня прокачанный, Микеланджело, это хорошо, Донателло и Кожеголовый. Ну, в принципе, испытание пойдет, а вот здесь у нас... А вот здесь у нас все есть, по-моему, кроме Рокстеди. Хотя я могу ошибаться, друзья. Ну что же, как говорится, давайте начнем бустить. Неделька началась только, откат произошел буквально 20 минут назад. Так что у нас есть время неплохо сегодня подорваться. Ну что же, переходим на турнирочку и вперед, как говорится, с песней. Так, берем с тобой самый максимальный. 11-11. Если выпадет, это будет хорошо. По идее, да. И есть. И это у нас Ахм. Ахм. Ну-ка давай-ка, родной мой, сейчас мы тебя немножко пожурим. Поехали, друзья мои. Как ты видишь, у него 16-18 уровень. У нас 30-й, так что шансов у него здесь на победу, естественно, нету. Ну и мы с тобой тоже здесь долго плясать не сможем, потому что... Ах ты какой. А ну-ка, Эйприл, падай. Так, Донни, сделай, пожалуйста, с постепенным. Будь добр. Красавчик. Нейтрализатор упал. И Ванюша падает навзничь. Ну что же. А мы с тобой с легкой такой победушкой проходим дальше. Ну и, как ты понимаешь, следующая победа будет тоже легкая, потому что у нас слишком высокий уровень для начала игры. 76-я позиция. Лига воинов. 2 звезды мы уже с тобой имеем. И продолжаем. Так, 11-12, это неплохо, это Максим. Это у нас Макс. Так что давай-ка мы с ним разберемся. Кстати, здесь уже 22-й ранг, и это Макмен. Макмен, насколько мы помним, довольно серьезный чувачок. Особенно бесячий у него удар. Это когда он топает своим люком вот этим вот. И второй у него удар бесявый, когда он, ребята, разбегается. Это вообще какая-то трешня. А ну-ка давай-ка мы с тобой, наверное, Лео попробуем забомбить. Я думаю, у нас получится. Да, с полтычка. Этот свой топотун врубает, но, как видишь, Питу ничего не угрожало. И мы добиваем с тобой Макмена. Замечательно. Двигаемся дальше. Как говорится, налегке. Пока все идет, ребята, ровно, легко. Это второй бой всего лишь. Впереди еще очень много боев. И мы переходим с тобой на лигу воин. 3 звезды. 85-я позиция. Кстати, что-то у нас, как бы тебе объяснить, буст... замедляется. Я не знаю, с чем это связано, но я вижу, потому что 85-й ранг. Если бы у нас был бы 55-й, ну хотя бы 60-й. Слушай, что такое 11-12? Они не хотят мне, друзья, давать 12-12 или хотя бы 12-13. Блин, вот, есть. Есть, выловил я все-таки. Слушай, ну тут уже 25-й ранг. Ё-моё, 25-й. А у нас 35-й и 40-й. Уже мы на 40-й ранг переходим. Так что, ребята, отрываемся мы от нашего противника. И это хорошо. Так, начнем, наверное, с караечки. Хотя, подожди. Наверное, я начну все-таки с Леонардо. Хотя можно было бы и повысить себе инициативу, если честно. Давай добьем все-таки Леонардо. Я не хочу, чтобы он делал массовые атаки. Или там хилял. На, Рафаэля с удара. Это хорошо. Так, караечка выстояла. Микеланджело бросает бомбочку. Ну, как видишь, никакого урона практически он нам не нанес. А вот мы ему сейчас, по-моему, так дадим. Нет. Саблезуб не готов для того, чтобы прописывать люлей. Потому что, ну, он ватненький. Эти-то уже там 40-е уровни, а он все-таки там где-то в 30-х ковыряется потихонечку. Так, ну что, мы с тобой... Да, мы переходим с тобой в элиту, и ранг у нас 83-й. Как-то вот натянуто идем. 12-13, а давайте уже, пожалуйста, мне... Вот, спасибо. И это у нас Симон. Это у нас Симон, родной наш.
29-й максимальный ранг, я вижу, у него это Донателло. Донателло видение. Кстати, довольно неплохой провокатор, как мы знаем. Но на этих этапах он в большей мере не прокачан особо сильно, так что переживать не стоит. А мы с тобой начнем с массовых атак, и это делают у нас кролики. Бумс. Так, погоди-ка. Наверное, мы ушатаем Майки, потому что он будет хилять 100%. Потом бы хотелось бы, конечно, ать Мондагека. А мы вот так сделаем с тобой. Я не хочу, чтобы он бафал, вот и все. Изи. Ха, ты смотри, что мы сделали. Просто струей воды всех уничтожили. Это классно. Кстати, вот этот вот удар по колонке, это помнишь игра на Сеге Черепашки-ниндзя, разборки в Манхэттене? Помнишь, они тоже били по колонкам и могли струей водой и там еще клапаном уничтожать тех же самых кланфутовцев. Вот что я сейчас вспомнил. Да-да-да, типа такая небольшая отсылочка. Так, ну что у нас с тобой, 12-14, может быть дадут нам 12-15, хотя я сомневаюсь в этом. Но вот, ребята, вот, есть Али. Это меня уже радует. Ранг, я смотрю, здесь максимальный 33-й. Я думаю, что своими ребятами мы пока здесь справимся. Хотя есть небольшой риск. Небольшой, ребята. Потому что, еще раз говорю, на равных с ними лучше не драться. Потому что тебе кажется, что одинаковый уровень, и типа ты сможешь победить. Не сможешь ты их победить, потому что все равно у них как бы будет небольшое преимущество. Не знаю, с чем это связано, ребята. Но, видимо, компьютер так вот подгоняет тебе противников. Так, минус троечка. И еще давай гранатку с тобой бросим. И я думаю, что они все упадут. Да. Прекрасно. Вот поэтому я, друзья мои, и обожаю массовые атаки. Как говорится, меньше пыли и больше выхлопа. Так, ну что ж. Продвигаемся с тобой дальше. С 96-й позиции мы перемещаемся на вторую. Чуть-чуть, видишь, нам не хватило, чтобы перейти в элиту. Три звезды. Так, и сейчас у нас тут 12-14. А что-нибудь посерьезнее не дадите мне, а? Может быть, дадите мне 13-15, а? Голодранцы. Никто не хочет против Фрея выйти. 13, вот. Тут и Леандро, и Кеншин. Ну, я не знаю даже, кого взять. Давай, наверное, Кеншина возьмем. Нам какая разница, Леандро или Кеншин. Главное, кубки. Кубки нам подгоняй, вот и все. Ну и вот этих вот ребят мы с тобой возьмем. 42, 45, 40 уровни. Я думаю, что справимся. Хотя у них есть Кирби. У них есть хиллер. У нас хиллера нету. Ну, я думаю, он нам и не понадобится. Так, давай, Шреддер, вызывай своих дурачков. А бомбочку, если мы закинем. Кирби должен упасть, по идее. Ух, не то. Подожди, не только Кирби. Эй, не надо блокировать. Блин, а я рассчитывал на Пиццелицева. Ты смотри, смотри, что делает. Так, давай-ка чашечку кофе. Заварганькой, пожалуйста, Донни. И давай добьем. Найс. Отлично. А я уже немножко пожалнулся. Нифига себе, они, как видел, переключились на нашего Пиццелицева. Я думал, что все, парень сейчас склеит ласты. Но нет, все-таки нам повезло. Ну, а мы с тобой в элите. Три звезды, ранг у нас 25-й. И, соответственно, скоро будут у нас самураи ранг. Смотри-ка, 13-16, это у нас Рават. Я нисколечко не против ребята. Единственное, что меня смущает, уже 37 уровень. А мы тут с тобой, ну, уже переходим на платежки. Если уже на полтинничке мы с тобой залезли, все, ребят, то считай, дальше мы с тобой пойдем в ускоренном темпе. Давай-ка начнем с Масухи, наверное, я думаю. Так, Майки делает. Бросает, главное, корм этого. Корм. Ну, ты понял. Питание Криса Брэдфорда. Он же у нас там типа спортсмен, да? Вот зачем? Ой, Рычик, ну зачем ты вот так сделал? Блин, я, ребят, попутал, честно говоря. Удар я не хотел. Блин, сейчас же Кирби начнет тут буянить. Как бы мне надо его, в принципе, быстренько нагнуть. Ну-ка. А, вот. Кожеголова меня спасает. Бумс. Замечательно. Так, я думал, он массовую атаку будет делать. Нет, ничего подобного. Ну что, друзья мои, они подписали себе сами смертный приговор. Я хотел вот этот удар сделать, на самом деле. А почему-то нажал на инвиз. Глупо, конечно, это было. Но давай-ка бросим. У него, кстати, двойная атака стоит. Посмотри. Бумс. Ну, Рафаэлю она, как говорится, уже не понадобится. Давай двигаться дальше с тобой. И посмотрим, куда мы переместимся. По идее, мы уже должны забраться в самураи.
Самурай одна звезда, а ранг, я не знаю, там где-то 30-й, наверное. О, 57-й, что-то какая-то, ребят, натяжечка. 13-16, Леха. Наверное, он хотел написать Леха, но почему-то неправильно немножко написал. А может быть, так и было задумано. Кто его знает? Крэнк, Раф, Доди, Кунаичи и Лео. Ребят, ну эти наши ребятульки просто порвут сейчас врага с полтычка. Тут уже, извини меня, 50-й как-никак уровень. Ну-ка, Крэнк, давай-ка начнем с тебя. Такой довольный. Выхлоп. Бабах. Блин, вот ему бы подкачать, конечно, этот удар, и было бы все нормуль. Ну, давай сделаем так. Кунаичи, бросай свой веер. Дичь. И остается у нас Рафаэль. Ну, давай просто бомбанем его, да и все. Там, в принципе, ничего страшного не было, да, ребята? У него очень мало было здоровья, так что... Все мы правильно с тобой сделали. Так, ну что, двигаемся дальше. И да, самурай 2 звезды. Я вообще-то сегодня хотел добраться как бы до Сёгуна 3 звезды, но что-то мне подсказывает мое нутро, что этого сегодня не видать. А ведь задержался всего лишь на часок. Ну, не на часок, конечно, где-то на минут 20, 30, 40, вот так вот. Округлим, короче, да? Час, пускай будет час. И вот уже, ребят, противники, видишь, заняли определенные ниши, и поэтому у меня очень плохо идет буст. Угу. Вот обожаю, когда Хан делает вот такой вот дебаф. Массовый просто. Массовое, как говорится, массовое спадение защиты, да, и даже кому-то атаку понизил. Но вот это... Погоди-ка, я не понял, а что у меня... Постой, я не врубился. Я не добрал персонажа себе, или у меня уже ушатали? Чуть не врублюсь нифига. Друзья, что происходит? Я забыл взять персонажа, или его у меня шлёп? Ну что-то я вообще растерялся. Так, ах ты. Ладно, мы сейчас с тобой посмотрим. Я что-то не понял. Да нет, не могли, я бы увидел. Как так? Ну хорош, ты успокойся своими массовыми атаками, а? Рафаэль, поехали. Блин, у них там еще это стоит. То есть дебаф даже не сделать, прикинь. Ой-ой-ой-ой. Так, ну-ка. Добьем Эйприл, надеюсь. Молодец, Хан, красавчик. Так, теперь кто у нас там будет ходить? Наверное, Рафаэль. Попробуем валун бросить на него. Угу, валун бросили. Так, телекинез, зачем? У нас же... Ну ладно, фиг с ним. Эй, слушай, мне такое ощущение, что мы сейчас Эйприл с тобой потеряем. Хотя нет, у них, понимаешь, пошел, ребята, сыр-бор. Ну, сыр-бор я называю, когда они начинают свои вот эти вот атаки. О-о-о, критовка, да? Бонус на замедляшку он сделал, вот что. Так, подожди, тихо ты, оборванец, лезешь, на. Блин, нам надо Рафаэля бомбить, потому что... Да че он такой крепкий-то, я не понимаю, блин. Нет. Теперь надо сюда, я даже не знаю, ребят. Ну попробуем, на тебе. Эйприл, ты... Все, ей крышка. Давай сделаем так. Я даже не знаю, ребят, я просто в шоке. Я в шоке, тихо. Есть, хух, отлегло прям, я напрягся. Я так напрягся, я думал, ребят, сейчас Эйприл, как ни странно, просто выстрелила. Она на волоске была от смерти. Так, да, друзья мои, как так вот? Поспешил, ты представь, я пошел в меньшинстве, а потом я удивляюсь, почему мы с тобой так бустимся фигово? Так, а как мы будем буститься, если я все время кого-то забываю? Блин, ну это трындец, ребят. Ну я, да, действительно, здесь я аж прям немножко вспотел, если честно, потому что, ну... Блин, думал, сейчас укокошат, понимаешь? Но нет. Молодец, я, конечно, от Эйприл такого не ожидал. Чтобы вот так вот она простояла. Плюс у нее там дебаф был на понижение атаки. И все равно она выкрутилась. Молодец, красавица. Так, ну что, ребята. Здесь, слава богу, я всех прихватил. Так, Пит, хорош выпендриваться. Блин, начинается, да? Ну что же, с массовых атак, естественно. Слушай, а у нас тут какой, 44 уровень? Надо сделать, наверное, дебаф, я так понимаю.
Блин, дебаф сделал, а этот наоборот бафает. Крит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзья мои, это опасно. Это опасно. Если я сейчас сделаю удар. Блин, надо Ваньку ушатать. Надо Ваньку ушатать. Если я сейчас возьму, ребят, провокацию, мне кажется, крипа просто ушатают. Поэтому делаем вот так вот. Дрон, Донни. Донни, наверное, не выдержит. Сколько этот будет у него длиться там? Я не знаю, ребят. Я рисковать не буду. Попробуем просто разобрать их. В надежде на то, что они будут бить ра... Ты посмотри, а? Плешивый Пит, а? Что делает? Поехали. Знаешь, что мне надо было сделать-то сейчас по уму? Провокацию взять у Леонардо. Очень хорошая провокация. Ну, сейчас доиграемся, да? Давай слэша, наверное, попробуем. Так, фигня какая-то получается. Крип, ты уж извини, но вот придется как-то делать таким вот макаром. Критовка. Нет, нет, Леонарду нельзя делать, ребят, провокацию, иначе его разберут. Блин, почему уклонение не срабатывает, а? Скажи-ка мне на милость. Да когда же у вас кончится-то, елки-палки, вот это вот, блин, фигня, я не пойму, кончилось? Все, ребят, давайте массовые атаки делать. Раз. Пита сейчас... А, вот еще дрон у нас тут есть. И давай вот так вот. Умоляю. Е. Че-то как-то тут вообще, друзья мои, идет напряженные бои. Вроде так все легко начиналось, и на тебе. Встретились, блин, с конкурентами. Давай-ка мы будем с тобой, знаешь, что делать? Наконец-то самурай 3 звезды. Давай-ка мы с тобой не будем рисковать, а будем делать все по уму, как мы с тобой и любим. Так, давай-ка мы найдем, во-первых, 15-18. Ведь должны дать. Так. Жмутся. Посмотри, жмутся. Они дают 14-18, это потолок, типа говорят мне. Но я же прекрасно знаю, что есть 15-18. Ну что вы мне голову здесь, а? Лечите. Ну ты посмотри. Не хотят. Давай еще два разика попробуем. Раз. Два. Не, не дают. Хорошо, я беру Артема тогда. Здесь у нас 42 уровень. Здесь, в принципе, ребят, ну что я могу? Взять Джастина. Джастин, ну если ты здесь сфейлишься. Слушай, одного Джастина будет мало, мне кажется. Надо взять еще, например, Рафаэля. Хотя, ну, Джастин 40-й уровень. Нет, он как раз, ребята, здесь может сфейлиться. Посмотрим, короче, давай. Пумс, о, красавелла. Ну, хоть где-то, ребята, он что-то сделал. Ну, 80-й уровень против 40-х. Я бы очень удивился, если бы он здесь бы слился. Тогда все, я бы его вообще бы удалил бы из игры. Он его бы не было ни у кого бы. Написал бы разработчикам, чтобы его убрали вообще из игры. Шучу, конечно, ребят. Так, ну что. Вот, 15-19. Опять Артем, кстати. Артемка, видимо, услышал, да, мои молитвы. Типа, что Рэй хочет сразиться с более серьезным противником. И он выдвинул свою кандидатуру. Так что, ребята, тут не забывайте 48-й ранг против нас. То есть почти полтишки уже пошли. Но у нас с тобой 80-й уровень. Так что нам, в принципе, как бы по барабану вообще на это все. Тебя умоляю, Майки, это что такое было, а? Давай, Донни, покажи, как надо. Вот, учись, Микеланджело. И добивка от железной головы. Все. Лучше и придумать нельзя было. Так, ну что ж, мы с тобой продвигаемся дальше. Сегодня, наверное, мы не будем, ребята, или будем? Нет, наверное, не будем проходить никакое испытание. Сегодня чисто аренка. Так, ну что, я нас поздравляю, мы с тобой в Лиге Сёгунов. Одна звезда. Единственное, что меня смущает, а хватит ли нам с тобой вообще персонажей, чтобы пройти до Лиги Сёгунов 3 звезды. Мне вот почему-то кажется, что не хватит. Давай возьму сюда Зека. Кто-то в комментариях возмущался. Рэй говорит, почему у тебя пульверизатор не в платиновом ранге? Прокачай его хотя бы, говорит, до 85. И смысл, ребята. И почему вы так удивляетесь, что Тимати у меня не в платиновом ранге? Вот что я не могу понять. Я вроде бы никому ничего не обещал, что я его буду прокачивать или еще что-нибудь.
Так что, и тем более у нас есть кого качать. Тыч. Слушай, Лапик слабо в этом плане. Бумс, Эйприл минус. Давай-ка. Неплохо. Что, добивочка? Да ладно, Лео, ты чё? Лапекс, ну. Да господи, ну что такое-то? Все, Тимати довольный такой, смог победить. Точнее, даже не победить, я бы сказал бы добить. Подлинненько так добить, когда у врага уже мало здоровья. Он просто подошел там, и выпендривается кого-то. Всех тут завалил. Но он такой же и в мультике был, разгильдяй. Выпендривался больше, чем весил. Так, ну что у нас тут? О, 15-20. Терапия, елки-палки. О, это, видимо, наш соотечественник, ребят. Терапия. Раз, два, три, четыре. И возьмем с тобой уже. Да вот так вот сделаем. Пора уже отыгрывать наших имбовых. У Саги эти ребята на один зубок, согласись. Сейчас он просто шмяк-шмяк с вертухана, да, как говорится, и всех положит. Оу, все, ты посмотри-ка, а? Дони. Ну, ребят, мы все прекрасно знаем, что у всех доников, додиков, какая-то врожденная защита, я не знаю. Они отличаются именно по защите от остальных всех персонажей. Очень часто они выживают вот в таких вот массовых атаках. Так, Захар, о, Захарчик, роднулька. Давай, давай, конечно, подеремся. Так, а у меня персонажей все меньше, 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 ребята. Ну, как ты понимаешь, для Супер Шредера это тоже детский сад. Для него это сосуночки. Порадуй свои вкусовые сосочки. Радуга, дуга, да? Оп, и все, видишь, никаких, ребят, проблем абсолютно. Ушатали, и мы рады. Так, двигаемся дальше. Остается буквально сколько там, наверное, боев. Пяток от силы. Ну, в Сёгун 3 звезды мы с тобой все-таки заберемся. Поверь мне, заберемся. И все у нас будет четенько. Только бы дали бы мне они 15-21 или 16-20. Вот, было, ребята, здесь. Ну, я же как всегда спешу вперед, батьки, в пекло. И все, да? И этого шанса теперь не будет? Да ладно, вы серьезно? Нет, если вы дали мне раз, то вы должны дать и второй раз. Вот, 16-21, даже лучше, ребята. И это у нас Кори. Так, Кори будет у нас драться против Леонардо нашего. И Шредер, Шарханчик, Змейка Вен и Карайка. Я думаю, что это ему будет в наказание. А может быть, наоборот, в радость, не знаю. Ну что, моя шпана готова, поехали. Лео начинает с козырной вертушки. Ну, как видишь, не добивает. И караечка, оп. По красоте. Уложила всех баньки. Ну что, давай, сейчас посмотрим, на какой мы с тобой ранг перейдем. Я думаю, где-то 80-й, может быть, 90-й даже. Ой, какой. Ну, не 80-й, а 20-й или 30-й. Ну, почти, ребят, почти угадал. 19-й. Так, давайте-ка мне 16-21. Хорош ломаться уже. Или хотя бы 15-21. Вот. Это у нас Майк. Я беру Армагона. Так, Майки, отойди пока. И вот этих вот ребятулек мы с тобой отыграем. Получается, у нас еще с тобой всего лишь один, ребят, поединок будет. Ну, я думаю, это будет достаточно, чтобы перейти в лигу Сёгунов 3 звезды. Единственное, что мы с тобой займем, не 50-е место, а где-то 80-е-90-е. И как видишь, Армагону ничего не стоило, просто всех раздавить своим могучим валуном. Потому что он красавчик. И ты с этим ничего не сделаешь. Так, ребят, поздравляю нас с Лигой Сёгунов 3 звезды. 80-я позиция. Хотя, может быть, даже перейдем на полтишок. Может быть, есть такая вероятность, кстати. Возьмем с тобой Ванюшку, Ваньку. Ваньку, встаньку. Возьмем Армагушечку просто-напросто и... Еще надо кого-то взять. Ну, давай вот так вот. Отлично. Одного валунчика будет, я думаю, здесь достаточно, чтобы они ушли на покой. Ну-ка. Ай, майки ходят, ладно. Поехали. Бабах. И все, друзья мои. Просто всех одним валунчиком. Красавчик.
Вот сколько играю, после вот, как говорится, ты знаешь прекрасно, что очень долго играл Леонардо, очень долго я играл Усаги, и теперь вот я не могу оторваться от Армагона. Как он мне попер, как он мне нравится, как он бомбит. Смотри, мы с тобой 42-ю позицию заняли, а я думал, что мы даже и 50-е место не займем. Как говорится, все у нас чики-пуки, чики-заза. Или как там, наоборот, чики-заза, чики-пуки, наворачиваем круги. Давай зайдем с тобой в магазин, у нас с тобой достаточное количество монет, и возьмем вот так. Еще 20 ДНК, долго, ребята, конечно, долго придется копить. Ну, а по монетам, погоди-ка, по монетам все кисляк, у нас надо 710, а в данный момент у нас 500 там с копеечкой. Ладушки. Остальное, по-моему, у нас все сделано. Кстати, я хочу карайки прокачать скилл. Я это сделать не успел. Так, а где у меня... А, вот она. Скилл. Вот этот вот. Опачки. Так, четвертая ступень. Тю-тю-тю. Но это мы с тобой будем уже в следующей серии все искать. Четвертая ступень. Так, вот я думаю, может быть, все-таки сбегать, а? Может быть, все-таки сбегать, а куда? Но здесь, друзья мои, ну здесь нету вот смысла. Да, этот Шредер уже у нас, да, прокачанный. Ну вот нету смысла выступать вот здесь вот. А вот этот носорог, кстати, подожди, дай-ка посмотрю. Этот носорог у нас с тобой прокачан. Шредер, как видишь, прокачанный. А вот насчет носорога я что-то... Это же он, вот этот? Или вот этот? Погоди-ка. Рокстеди, Рокстеди фильм. Слушай, а нам нужен этот носорог-то, получается, ребят. 4 ДНК нам не хватает. О-о-о. Ну что, тогда погнали. Тогда погнали, будем, ребята, проходить. Хотя бы дойдем до него и все. А там, может быть, получится вдруг у нас с тобой нафармить чуть-чуть ДНК на него. Как ты думаешь? Попробуем. Мы все равно с тобой от этого ничего не теряем, а только приобретаем. Если в событии есть персонаж, который нам нужен для фарма, то мы это событие с тобой проходим. Если же там нет персонажа, который нам нужен, например, как вот с черепашками, да, там у нас есть. Или, ну, там два или три испытания, которые у нас полностью прокачаны там персонажи, то мы с тобой это испытание не проходим. Почему? Потому что нет смысла тратить туда сыр для того, чтобы его пройти. Это раз. Во-вторых, этот сыр мы с тобой можем потратить куда-нибудь в другое, как говорится, место, да, пройти, например, другое событие и там пофармить того, чего у нас нет. Так что, ребятушки, вы уж там не обессудьте, не ругайтесь. А если кому-то хочется вдруг посмотреть, я, правда, не знаю, у меня на видосиках не подписано, какие мы события проходим, но поверь мне, они очень-очень часто повторяются у меня на видосиках. Так что, если тебе интересно, вообще лучше всего смотреть, мне кажется, как по мне лично, с самого начала, потому что с самого начала оно интереснее, чем. Ребят, во-первых, я там нифига не прокачанный. Я начинал с чистого листочка. И, как ты понимаешь, там все очень... Как-то не то, что боязно было, а... дотошно аккуратно, что ли. Конечно, там было очень много ошибок, и со временем ты понимаешь, что надо было действовать вот так, так. Но, тем не менее, ребят, в любой ошибке... Ой, в любой ошибке, в любой игре... Ты учишься на ошибках, в любой. Будь это, блин, стратегия, будь это там РПГ или там рогалик. Всегда, всегда, ребята, ты погибаешь, ты запоминаешь, в каком ты месте погиб, от кого ты погиб. Ты в голове сразу прокручиваешь тот вариант, как тебе избежать этой гибели. Или к чему-то можно прибегнуть, чтобы тебе что-то спасло, сохранило тебе жизнь. Это во всех так играх. Не имеет значения, на компьютере или на мобильных устройствах. Или на приставках, на консолях. Одна и та же, ребята, тема.
Естественно, я не знаю, может быть, кто-то вот, если там люди, которые, да, вот, играют чисто в стратегии, или играют, например, там, чисто в танчики, или кто-то чисто играет в какие-то онлайн-игры, да, ММО. Ты ему дай, например, вот какую-нибудь аркадочку, да, пройти, например, там, простенькую, там, ну, я не буду уже там говорить какие, ну, просто, и все, ребята, он сдуется. А почему сдуется? Потому что он не привык. И также другой человек, да, который, например, там всю жизнь играет в CSGO там, или еще что-нибудь, да, какие-нибудь экшены, и причем играет на профессиональном уровне, дай ему другую игру, там, стратежку или еще какую-нибудь, он поплывет там. Почему? Потому что человеку, во-первых, есть какая-то привязанность. Например, вот я раньше, у меня вот как вот политика менялась. Вначале я любил стратегии играть. Потом мне очень нравились РПГ. Потом мне нравились экшены. Потом мне вдруг понравились игры вот такого плана, пошаговые бои и все там подобное. А сейчас у меня такая кондиция, что, ребята, мне нравится все. Главное, чтобы в игре был офигенный сюжет, потому что многие говорят, почему ты играешь в такие игры, там, пиксельные, какие-то там 2D игры. Понимаете, не все игры, вот эти вот, новые, да, так скажем, крутые, не все. Я тебе скажу, что раньше, там, я не знаю, в 2000-х там и выше, игры были по графике, ты, конечно, сейчас в них играть не будешь, именно по графическому исполнению, потому что они как бы устарели. Но очень много игр было, вот мне раньше в свое время нравились, например, серии Final Fantasy. Я просто тащился от них. Именно вот от этих РПГ, рогалики и так далее. Вот нравилось мне и все, ребята. И я помню, еще на Соньке первый проходил, и на консолях играл. Вот эти вот 2D-шные, так скажем, игры пиксельные. Даже пускай она-то была на английском языке, я ничего не понимал, ребят. Но мне нравилась система боя и, знаешь, методом тыка, методом угадывания, все-таки я их проходил. Вот. Ну, а потом, естественно, все это отпало, и я начал играть в более другие какие-то игры. Мне кажется, это у многих такое. Не может человек играть всю жизнь в какую-то игру. Если, конечно, он там, как вот есть киберспортсмены, да, там по Хардстоуну, по Овервотчу. Естественно, он не распаляется на разные игры, он ее бомбит годами. Просто он уже там такой профи. И в этом есть, конечно же, свой плюс, ребята. Потому что, ну, он играет для себя. Понимаешь, если он выступает на чемпионатах и тому подобное, то, естественно, ему некогда, как говорится, снимать там, не то что снимать даже, а играть в какие-то левые игрушки. Вот и все. Это вот мы такие обзорчики играем, показываем вам. Ну, есть люди, которые просто делают обзор на игру, есть люди, которые проходят игру, есть спидранеры, которые проходят игру за самый там короткий промежуток времени. А есть игроки, которые показывают все секреты, анчивки и так далее и тому подобное, которые там есть. В общем, кто на что гораст, понимаешь? Я лично просто обычный любитель. Я прохожу, я не могу. Мне, знаешь, вот не хватает терпения. Всякие там анчивки, что-то там выкручивать, вынюхивать, там где-то лазить по интернету, выискивать всякие секретики там. Нет, ребят, я простой обычный игрок. Просто играю в свое удовольствие. Вот и все. Нет у меня там таких планов. А вот здесь, вы знаете, есть загадочка или секретик. Нет, я как-то этим не особо, ребята, болею. Мне нравится просто играть в свое удовольствие. Знаешь, вот есть люди, которые играют в свое удовольствие, просто наслаждаясь игрой. А уже если там кому-то чего-то надо, и, ну, естественно, человек находит. Ведь тоже же иногда бывает, да, встрянешь где-то в какой-то там лазейке, ты не можешь понять просто, что нужно сделать. Ну просто вот тупик. И если ты обращаешься к подписчикам, да, они тебе могут подсказать. А если они тебе не подсказывают, естественно, ты лезешь в интернет и смотришь, как пройти ту или иную область. Так, ну что, ребята, я получил этого Rocksteady, и я вот думаю, стоит ли мне здесь. Я думаю, что стоит. Я думаю, что стоит. Если выпадет, то выпадет. Да? Поехали. $3. 35 жетонов. Маяк какой-то. Опять золотые осколки. Ноутбук Дона. И нет, даже на последнюю попытку, ребят, не хватает. Ну, в общем, я хотел вытащить вот этого вот Rocksteady.
Потому что, друзья мои, нам нужно всего ничего. Я тебе сейчас скажу точно, по-моему, там... Нет, здесь еще дофига нужно. Я, ребята, вот с этим попутал. Здесь нужно 4 ДНК, а вот здесь, извини меня, 18. Но, тем не менее, у нас есть шанс именно его нафармить. И, наверное, будем этим заниматься. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня пока все. Что могли, мы с вами сделали. Обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.